Алло, в школу, на работу, куда? В школу. Стойте, стойте, а как же я? А ты с няней. Здравствуйте, я Фрекин Бок. Здравствуйте, это Лёва. Он очень послушный и хороший малыш. А мы пошли. О-о-о. Малыш, слезай, пошли кашу кушать. Нет, 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 малыш, сначала кашу. Малыш, каша готова. Малыш, а ты где? Ага, вот ты где. А куда же ты? Под столом? Что за звуки? Ты проказник! Где же ты прячешься, непослушный малыш? Тут нету. Вот ты где! Ну все, я пошла звонить твоим родителям. Ты слышал меня? Сейчас я буду твоим родителям звонить. Конечно, ну красками рисуй. Ну это хорошее занятие. Ладно, рисуй. Не слышно, пойду-ка я проверю. Давай показывай, что ты там нарисовал. Вот такие у меня красивые сердечки. И вон там тоже красивые. Но это что такое? Что я скажу твоим родителям? Не плачь, я больше так не буду. Значит, давай, помогай мне наводить порядок.